Здравствуйте, я приветствую вас на канале Ольга Сантаро. С вами, как всегда, Ольга, и тема нашего расклада сегодня – тайные разговоры о вас. Что думают и что говорят мужчины, поклонники тайные и явные, женщины, подруги и не очень, соседи, коллеги, начальство, подчиненные, люди, которые вокруг вас. Что думают и что говорят, как вас воспринимают. Итак, мои дорогие, давайте начнем. И посмотрим первых три карты. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне, информация о вас. Работа. Давайте посмотрим, что на работе происходит сейчас. Коллеги, начальство, сотрудники. Здесь ваше хобби, ваш контакт с социумом. Дальше. Женщины. Подруги не очень. Что думают, что говорят, что не дает им покоя. Посмотрим. Мужчины, поклонники тайные и явные. Что думают, что говорят, когда смотрят вам вслед, когда общаются с вами. Разговорчики за спиной. От кого идет зависть? Кто завидует? Возможно, какие-то разговоры разносит. Давайте посмотрим. Итак. Люди из вашего окружения, как вас воспринимают? Люди из окружения вашего, какой вас видят? Как воспринимают? Что скрытое станет явным? Что скрытое проявится и станет явным для вас? И, конечно же, приятная неожиданность от вашего окружения. Приятная неожиданность. Итак, настраиваемся на гадание. Давайте начнем. Первых три карты вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Ух ты! Информация о вас. Ну что ж, я вижу, что вы сейчас очень в каких-то раздумьях, как-то вы задумались, замыслились, смотрите как-то в будущее. Хотелось бы вам узнать, что ждет дальше. На сегодняшний день какой-то, ну вот, тяжеловатый путь. Вышла ситуация, что вы сейчас действительно в окружении интереса мужского, очень даже. Но карта первая, ведающая, показывает, что вы как на лезвии ножа, что вы не тот человек, который быстро поддается на какую-то иллюзию. Не хочется вам танцевать ламбаду на граблях, не хочется вам возвращаться в какие-то непонятные, да, отношения, не хочется вам усложнять как-то свою жизнь. Здесь и сейчас настроены вы, конечно, на некую перемену, на некое изменение. Но на сегодняшний день я вижу ситуацию немного, знаете, застывшую, немножечко... Не то в ситуации отшельника все-таки. Я одна, и мне тяжеловато. Мне тяжеловато. Хоть с другой стороны, я как бы на себя рассчитываю. И это нивелирует возможность какого-то разочарования, да, каких-то вот неожиданных потерь. Рассчитываю только на себя. Но вы ждете перемену. Действительно, я вижу, что вы ждете перемену. Вы очень интересны таким мужчинам. Сильным, возможно, уже состоявшимся. Но да, вокруг вас прямо вот есть интерес мужчин, но вы как-то в поиске чего-то прямо особенного для себя. Женщина, которая, вы знаете, вы действительно со стержнем, очень такая интересная, очень вдумчивая. Здесь у женщины могут быть способности, проявлены уже прям очень ярко, или все еще находящиеся в спящем состоянии. Но я вижу, что некая внутренняя подсказочка, она есть. Да, такой женщине, как вы, возможно, тяжеловато подобрать партнера. Хоть вокруг вас много заинтересованных мужчин, много интересных мужчин, но вы как будто бы и не видите подходящего партнера для себя. Вы как будто бы и начинаете разговоры, вроде бы мужчина вам внешне нравится, но в процессе разговора, да, вот не то, создается вот эта энергия какая-то отталкивающая. Я вам скажу, что ваш партнер есть, и он в вашу жизнь обязательно придет. Это будет новое знакомство для вас. Очень вероятно, что вы с этим человеком еще не встречались.
Все-таки карта ведающая, она ждет пару себе под стать. Она ждет мужчину себе ровню, да, и не только касаемо какого-то материального плана, а ровню именно духовного развития. Я вижу, что здесь человек думающий, человек мыслящий, человек, который живет не только сегодняшним днем и какими-то незыблемыми мирскими земными потребностями. Здесь человек в поисках какой-то глубины, да, интереса. Вам очень важно, чтобы человек был интересным, чтобы человек был эрудированным, чтобы вам с ним было классно, чтобы вам с ним было интересно. Но я вам скажу, что вот тот человек, который идет в ваше пространство, он очень даже и материально будет обеспечен. Потому что я вижу, что вы как притягиваете ровню себе. А ровня вам по такому энергетическому состоянию, это очень уже такой состоявшийся мощный человек. И вы сейчас в ожидании определенном. Я бы даже сказала, что возможно, так знаете, какие-то подруги, соседки, там мама, сестры, да, они все, когда же ты определишься, когда же ты найдешь себе того мужчину, с которым тебе будет хорошо, что ты там выбираешь, да? А вы не выбираете, вы ждете своего человека. Вам не нужен чужой, вам не нужен мужчина какой-то, скажем так, просто чтобы он был. Вам нужен человек для счастья. Вам хочется отношения, чтобы они улучшали вашу жизнь, а не отягощали. И, конечно, скажу честно, вокруг вас, действительно, как за вашей спиной, есть определенные лисицы. Есть, знаете, какие-то хитрости, есть и какие-то разговоры. Вы девушка очень интересная и действительно держите в определенном напряжении свое окружение. Потому что женщины ревнуют, когда вы появляетесь в окружении. Они ревнуют своих мужчин. Не знаете, они очень бы хотели, чтобы вы наконец-то определились, выбрали своего суженого, да, чтобы им спалось спокойней. Ну да, здесь такая девушка, которая очень, знаете, ну вот прямо человек знает, чего он хочет. Всегда есть выбор. У вас не бывает таких каких-то безвыходных положений. Девушка, которая быстро движется по карьерной лестнице, быстро обучается. И вы можете быть сейчас в какой-то перемене, да, как бы что-то отсекла, что-то принимая. Вот в этой позиции сейчас на лезвии ножа. И рассчитываю сама на себя, и как бы немного и подустала, да. И хотелось бы помощи здесь и сейчас, а не когда-то, да, когда у меня все наладится, у меня все будет классно, а потом кто-то придет и скажет, давай я тебе помогу. Ну вот сейчас хотелось бы подмоги, сейчас хотелось бы помощи. Я вижу, конечно, что вы женщина, которая буквально, знаете, ну, умеет очаровать безумно, очень даже. Интересная, у вас очень такие мудрые мысли при очень обаятельной внешности. Ну, давайте посмотрим еще. На сегодняшний день, вы знаете, как это желание идти в новое. Это желание что-то отсечь, оставить позади что-то прошлое, не ковыряться в нем, не, знаете, пусть оно там себе припадает пылью. А я хочу в новое, я хочу принять что-то новое, принять что-то от своей судьбы, лучшее, да, принять лучшее от своей судьбы. Ух ты, девочки, вот смотрите, действительно, мне прошел момент очень классного мужчины, который идет вам в новое знакомство. Здесь девушка может быть сейчас, возможно, там не пойми что по личной жизни, то есть какие-то отношения есть, что-то есть, но я вижу, что у вас идет какое-то новое знакомство с очень интересным человеком, с очень классным мужчиной. Покажи нам еще сейчас. Сейчас что происходит в вашей жизни? Ну, вы идете к своей мечте. Очень правильно себя ведете на сегодняшний день. Я бы сказала, что, возможно, ваше окружение воспринимает вас островатой. То есть женщина, которая может четко дать отпор, вырвать, так сказать, перышки. И вас как-то, ну, знаете, все-таки подклевывает. То есть сказать, что у вас прям такое там тихое, да, окружение. Есть какие-то моменты, возможно, за ваш счет хотят повысить свою самооценку, да, и вот дергают вас. Вот мне почему-то вот так и идет. Но я вижу, что вы, конечно, можете перья вырвать клочьями. То есть вы человек, который старается придерживаться мирного сосуществования, но если что, перья будет лететь клочьями.
И здесь, конечно, я вижу, что о вас очень хорошего мнения мужчины, потому что всяко разно вокруг вас вертится. Есть и какие-то и хитрые, есть мужчины, которые опасные, возможно, да. Но я вижу, что вас они видят очень такой женщиной высокого полета, вот все-таки звездочкой, да, на которую очень приятно смотреть, красивая, обаятельная женщина. Но и в то же время немножечко холодновато. Это говорит о том, что вы как бы для одного человека открываетесь, одного человека любите, одного человеку дарите свое тепло. И вы знаете, мужчины прямо видят вас очень такой женщиной для красивых отношений. Ну, давайте посмотрим еще. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Старший аркан справедливости. Но вы знаете, по справедливости я вижу, что здесь человек как многое прошел. И та ситуация, что вы сейчас вот так вот себя ведете с мужчинами, она действительно каким-то вашим жизненным опытом надиктована. То есть здесь идет момент, что были у вас какие-то разочарования, и вам прямо, ну, совсем не хочется возвращаться назад. И как, знаете, как время все время идет вперед, так и свою жизнь вы хотите запустить только вперед. Человек по справедливости, знаете, ну, действительно предельно ясно видит ситуацию, не входит в какой-то самообман, а очень даже вот на сегодняшний день, возможно, вы даже немножечко усугубляете ситуацию. То есть все, ну вот скажем так, даже окружение, даже мужчины, они о вас лучшего мнения, чем вы об этом думаете. То есть я вижу, что о вас очень хорошего мнения. Ну и вместе с тем, да, вот я иду к своей мечте. Какой бы ни был холодный и колючий мир, да, я иду к своей мечте. Вы сейчас. Ну да, вот мне прямо проходит, возможно, работа с документами, работа с какими-то острыми предметами, это может быть что-то связано с медициной. Вам не то, что вы прямо непосредственно этим занимаетесь, вам это дается. Вам очень такая какая-то скрупулезная, детализированная работа, она вам подходит. Даже если вы занимаетесь какой-то эстетическим чем-то, какой-то эстетиком или искусством. То есть вы человек, который прорабатывает какие-то мелкие детали и этим создает какое-то, ну вот прямо оптимально классное что-то. Вы человек очень одаренный, но я вижу, что вы сейчас вот как на лезвии ножа, то есть можете пребывать в какой-то перемене, да, что-то вот на работе или что-то с вашим хобби, что-то с доставкой, с материальным, да, то есть у вас, возможно, сейчас какой-то немного островатый момент. Но тем не менее, я вам скажу, что вы в ситуации, когда можете взлететь, можете вспорхнуть в любой момент. Вам прямо вот удача, она вот-вот в вашу жизнь идет. И я вижу, что вы действительно как вспорхнете. Вы человек, который прямо на защиту становится, на защиту, возможно, обиженных. Вам как-то не то, что жаль, вы как-то придерживаетесь какой-то золотой середины, да, вы не сортируете людей на очень хороших и очень плохих. Какая-то есть какой-то момент, знаете, что вот действительно человек, с которым у тебя не очень так отношения, вот он может проявить себя очень-очень классно. И у вас нет вот этого распределения, вот это плохой, это хороший. Вы все равно всегда даете шанс человеку. Вы даете ему шанс показать себя лучшим образом. Возможно, даже на этом, да, обжигались и не раз, но тем не менее, это такая позиция в жизни, которая очень привлекает к вам людей, очень притягивает. Притягивает, потому что у вас какая-то, вот знаете, незамыленность, да, то есть вы человек, который смотрит свежим взглядом. Вообще-то я вам скажу, что на вас смотрят в ожидании какой-то определенной защиты и поддержки. Но да, вы из тех, которые могут вырвать перья, если, знаете, где-то наглеть и где-то проявлять какое-то определенное хамство. У вас прямо такое обновление прекрасное. Вы очень хорошо выглядите, вы очень молодая такая, знаете. Есть что-то такое прямо неоткрытое, нежное, чувственное в вас. И это вот это новое, да, вот это нулевой аркан, он прямо в вашей жизни откроет какую-то новую дверь. Что-то сильно желаемое вами осуществится. Какое-то очень такое нежное и важное желание в вашей жизни осуществится. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим, что там на работе. Что у нас на работе происходит. Работа, карьера, дела, ваш бизнес. Давайте посмотрим, что там происходит и что вообще, чего вообще ждать. Ну, вы
знаете, вы бы выбрали какое-то правильное направление, и здесь прямо проходит момент, что были какие-то сомнения, или, возможно, на работе была ситуация каких-то качелей, да, каких-то тревожных, возможно, новостей, разговоров. Вот сейчас оно все укрепится. Я вижу, что вы как делаете очень правильные шаги в новый какой-то цикл своей жизни. То есть, если вы сейчас запланировали какой-то новый проект, переход на какую-то новую работу или новую должность, все очень хорошо сложится. Потому что вот какие-то сомнения, да, они вот уже как остались позади. Какие-то период качелей, период, да, удержать ситуацию, это уже как остается в прошлом. Я вижу, что ситуация очень так гармонизируется. И вы знаете, что вы прямо когда далеко пойдете, высоко продвинетесь. Возможно, кто-то сейчас прямо в поиске работы, да, и вот эта карта, она у вас отыгрывается в моменте здесь и сейчас. Работу найдете, на работу найдете, более того, пустите там корни и подниметесь очень высоко, все будет хорошо. Для многих может пройти сейчас ситуация, знаете, какого-то момента удержать, да, какой-то баланс. Возможно, какие-то тревоги по работе идут, да, какие-то, возможно, чистки, проверки, перемены, перестановки кадров. Или же вы самостоятельно хотите изменить работу, да, вот здесь будет очень хороший результат. Кто-то может быть сейчас на временной работе, вот найдете что-то получше. Потому что я вижу, что прямо находите то, где вам будет очень вот оптимально классно. То есть это какой-то момент касаемо и добираться на работу, и на работе, и коллектив, то есть здесь все будет очень хорошо. И, возможно, сейчас, вы знаете, греетесь какой-то надеждой, и пока что фундамента под собой не чувствуете, но этот фундамент, эти корни, они образуются, и на работе все будет очень классно. Ну, давайте посмотрим еще на работе. Как вас воспринимают коллеги? Как воспринимают коллеги вас? Какой вас видит? Ой, вы знаете, о вас так много говорят. О вас очень много говорят. О каких-то ключиках. Знаете, что у вас есть какие-то ключики. То есть, что вы умеете найти подход. Что вы очень такая обаятельная, интересная женщина. Мудрая, интересная, непредсказуемая. Вы человек, который очень приятен в дружбе, в каких-то вот таких разговорах. Хорошо распоряжаетесь деньгами. То есть я вижу, возможно, женщины, с которыми вы контактируете по работе, они как-то много о вас говорят. И сказать честно, вот размышляют, что-то немножечко надуманное есть. Сказать, что это сплетни, нет. Это какие-то догадки. Это какие-то догадки. Негатива пока что я не вижу, да, вот прямо праздник, все хорошо, хорошее взаимодействие, равноправный обмен, то есть у вас, коллеги, очень хорошего мнения. Но здесь мне проходит, что, возможно, есть какие-то нюансы, да, есть какие-то моменты догадок каких-то. Я вам здесь скажу так, если вы одна, вот прямо хотят, чтобы вы нашли пару. Почему? Немножечко существует такая, знаете, угроза. И пока вы один на один с женщинами, да, вот в женском коллективе, все хорошо, но появляются мужчины, женщины начинают ревновать. И очень бы хотелось им, чтобы вы определились, нашли себе пару, счастливо устроили свою женскую долю, и чтобы у вас все было хорошо, да, и чтобы они как бы так не нервничали в вашем присутствии, когда вот появляется интересный мужчина. Потому что я вижу, здесь очень может проходить такая ситуация. То есть женщины ревнуют своих мужчин к вам. Возможно, вы как-то непосредственно, да, на работе там кто-то кому-то нравится, и вы так или иначе, знаете, ну, скажем так, напрямую являетесь такой конкуренткой в этом плане. Вообще-то по работе, касаемо мужчин, вот прямо праздник в общем коллективе, да, очень хорошая обстановка. Я бы даже сказала, что вас очень хорошо принимают. Вы приятный человек для окружения, и вас очень хорошо принимают, есть такое взаимодействие приятное с вами. То есть здесь все хорошо, но возможно, кто-то на работе имеет к вам чувства, это заметно, и это обсуждается. Здесь тоже может быть такой момент. Ну, давайте посмотрим еще. Начальство, как оно вас воспринимает, начальство. Ой, начальству все время что-то нужно, понимаете? Начальству все время что-то нужно. Начальство держится особнячком, понимаете? Но я вам однозначно скажу, что начальство хотело бы вас в команду куда-то повыше, куда-то, возможно, в какой-то новый проект вас с собой взять, да? То есть вас считают очень таким
человеком полезным. Полезным. И я вам скажу, что вы как-то вспышка, у вас хорошие идеи, вы быстро как-то ориентируетесь, быстро обучаетесь. И есть такой момент, знаете, начальству все время что-то надо, начальству нужно больше денег, начальству нужно больше какой-то, больше какого-то результата. И здесь, что я вам скажу, что начальство думает о вас? Начальству конкретно о вас что-то нужно. Конкретно, понимаете, они действительно настроены где-то взять максимум от вас, максимум, что вы могли бы предложить в своих каких-то действиях. Я вам скажу, мне, конечно, проходит, что где-то кто-то здесь еще в каком-то, знаете, возможно, какой-то перемене находится, да, то есть у вас будет какая-то перемена касаемо работы. И я вам скажу честно, что личная жизнь может очень сильно повлиять на вашу сферу деятельности, на вашу работу. Очень сильно. Вы как-то близки к этому. К перемене по личной жизни. И эта личная жизнь, она что-то потянет, какую-то перемену. Но я вам скажу, смело идите вперед. Смело идите в новое. У вас все будет очень хорошо. Давайте посмотрим. Если у вас свое дело... Если у вас свое дело, если вы сами на себя работаете, давайте посмотрим. Вот что вы даете миру, то, знаете, вот стоекратно вернется к вам. Потому транслируйте максимально хорошие энергии, максимально хорошие людям, и это вернется вам материальным успехом. Здесь я вижу и на хлебушек, и на мед, да, на все хватит. Но здесь будет очень хорошо. Здесь будет какой-то момент вот прямо дохода. То есть вы вкладываете, и многократно оно приходит вам ответом. Если даже на сегодняшний день вы где-то топчетесь на месте, не можете, да, совершить вот этот желаемый прорыв, я вижу, что здесь прямо доход идет. И, возможно, знаете, это что-то запустит вот какую-то ваш подъем, вот прямо запустит. Какая-то новая ваша идея, не просто, знаете, посмотреть, как у кого-то, и сделать немножечко лучше, нет. Здесь прямо нужна какая-то вот своя личная идея, вот самому что-то создать. И я вам скажу, что вы удивитесь, сколько творческого потенциала у вас откроется. Не имеет значения, чем вы занимаетесь. Вы в индустрии красоты, вы сами печете торты или занимаетесь какой-то... бухгалтерии, да, я вижу, что прямо, ну, вот что-то свое у вас будет. У вас будет что-то свое, и это своя какая-то идея, она даст очень хороший результат. Потому, знаете, не просто нужно смотреть, что у кого-то лучшие, да, и как бы брать. Вы как бы обучаетесь у лучших, да, и берете лучшие, но здесь пришел момент уже самому что-то создать. И вот это вами созданная какая-то идея, креативная. Это может быть какой-то новый дизайн, это может быть какая-то, знаете, именно в работе вашей какая-то фишечка. Я вижу, что оно откликнется очень хорошим результатом, прорывом и материальным доходом. Вы знаете, что здесь карта показала, что вы прям правильно действуете, что вы правильно идете. И будет вот этот отклик. И много очень клиентов будет. Давайте посмотрим, если на вас работают люди. Давайте посмотрим. Ох ты, вы знаете, вас считают очень справедливым человеком. Вот если на вас работают люди, если у вас есть подчиненные, очень справедливым, знаете, вы как оцениваете работу и платите, знаете, ну вот хорошо, хорошо вас видят. Вот прямо карта очень хорошая. Желание какого-то и шанса, и возможность как-то себя лучшим образом проявить. Я вижу, что у вас очень даже хороший коллектив. Если у вас, на вас работают люди, у вас может быть ситуация, что кто-то уйдет. Не переживайте, очень скоро придет замена. Очень скоро придет человек, который принесет больше, да, больше прибыли. Да, вот прямо, девочки, работа идет. Придет новый человек, возможно, с какими-то новыми свежими идеями, свежим потенциалом, да, и очень как-то вот хорошо вольется в коллектив. То есть, если вы набираете людей, если вы ищете, да, человека, прямо очень какой-то способный человек придет. Вы знаете, много как-то он привнесет хорошего, вот новый человек. У вас может быть ситуация, и вы как-то можете оказаться в растерянности, да, а что дальше, да, вот кто-то ушел, и уже какой-то процесс нарушен. Все будет налажено, работа будет идти, денежка будет идти, развитие, все будет очень хорошо. Итак, идем дальше, давайте посмотрим, что говорят женщины о вас.
Давайте посмотрим, женщины, что думают и что говорят о вас. Ой, боже ж ты мой. Ой, девочки, я вам скажу, почему-то вот с женщинами очень много какой-то, возможно, зависти. Вот я вот так вот скажу. Говорят как-то много, а будут говорить еще больше. Говорят о каком-то радости, какой-то успехе в вашей жизни. И вы знаете, это как-то вот, а я вот здесь хожу, брожу, ничего не вижу, ничего найти не могу, ничего сделать не могу. То есть здесь вот такая ситуация. Я вам скажу, что однозначно у вас... Я вижу человека, которого очень много позитива вокруг. Вы вокруг себя прямо притягиваете позитив, сами позитивный человек. И вам хочется видеть только позитив. И даже если кто-то что-то там рассказывает, что-то там говорит, вы прямо вот стараетесь на это вообще не обращать внимания. И даже я вам скажу, что вы иногда имеете прямо такую энергию переломить. То есть человек, возможно, не очень там к вам относится, но вы каким-то своим приятным, хорошим посылом вы меняете ситуацию. Человек начинает вот как-то к вам более быть расположен. И я вижу, что вы как-то вот, да, я хорошая, да, и я хочу, чтобы вокруг меня были хорошие люди, чтобы мое пространство было наполнено хорошими людьми. Но не всегда так получается, не всегда. Я вижу, что все-таки есть в вашем окружении люди, которых, ну, много каких-то недовольств. И именно вот я вам скажу, что женщины, вот мне прямо прошло по работе там какие-то, знаете, ревности идут, то есть кто-то... Где-то и по-хорошему, да, хочет, чтобы вы пару имели, чтобы у вас все было хорошо. Ну, а кто-то, возможно, хочет, чтобы у вас на носу прыщик выскочил, чтобы вы не были такой обаятельной. Вот такая вот ситуация. Ну, давайте посмотрим еще. Давайте посмотрим. Женщины, что думают, что говорят ваши не подружки? Посмотрим сначала. Не подружки, что думают и что говорят? Ой, девочки, конфликтная какая-то ситуация. Вы знаете, прямо очень вы такой существенный сопротивник. Вы такой человек, конкурент, вот в конкуренции прямо какая-то, конфликтная какая-то ситуация вышла. Она может быть скрытой, да, то есть у вас нет такого явного конфликта с человеком, но вот карты показывают, что вот скрытое какое-то конфликтное негодование, оно есть. Оно есть. Ну, давайте посмотрим еще, да. Даже, к сожалению, я вам могу сказать, что вы с этим человеком достаточно часто пересекаетесь, сталкиваетесь. Вы знаете, что вот карты показали, что человек выжидает время. Выжидает время, выжидает возможности, чтобы где-то, знаете, быть свидетелем, как вы споткнетесь, да поклевать вашего места. На сегодняшний день я вижу, что этот человек может быть непосредственно в вашем окружении. Как бы это ни расстраивало, но я вижу, что вы можете работать даже над одним проектом, на одной работе или где-то очень близко соприкасаться с этим человеком. И на сегодняшний день может быть не быть такого явного конфликта, но скрытый конфликт, он существует. И здесь я вижу, что человек как выжидает время, да, я как выжду, я как дождусь своего, да, того, чего хочу. А хочет человек, знаете, вот прямо места поклевать. Я вижу, что на сегодняшний день не особо есть за что уцепиться, да, не за что вот вгрызться зубами, не за что. То есть очень может быть, что вы как-то не особо распространяетесь о своей личной жизни, о том, что у вас там происходит, что о вас болит, потому что здесь идет ситуация, вас видят очень сильной женщиной, и где-то побаивается, что это конфликтная ситуация, она может выйти из-под контроля, да, и шандарахнуть по голове. Потому здесь вот такая, знаете, напряженное ожидание вот какое-то вот в вашей вражде, да, с какими-то вашими неподругами, скажем так. И здесь есть ощущение, да, что вот эта львица, она еще очень сильная. А здесь идет момент, а вот я подожду, когда, знаете, будет какой-то момент, чтобы вы споткнулись. И вот тогда я вгрызусь, как этот шакал, да, вот зубами в эту львицу. Ну, вот такая вот ситуация. И здесь, знаете, очень даже подходит вот этот момент. Если и так в жизни не все ладится, да еще люди начинают со всех сторон угрызать. Вот оно здесь. Видят только слабину и начинают угрызать. Но сейчас они этой слабины не видят. Ждут.
ждут, когда можно будет за что-то уцепиться. Я вам скажу, что у вас очень классная позиция. Вы как-то резко ставите на место, резко не даете возможности, знаете, как-то расслабиться и подобраться слишком близко. Возможно, вы очень даже знаете, что это за человек. Почему-то идет момент, что он вас как будто проверяет, да, вот проверяет какую-то вашу работу, желание повыскать, да, какого-то... ну, какого-то момента, чтобы вот ухватиться, да, и раздуть какую-то большую бурю. Ну, возможно, очень, что это вот прямо по работе. Ну, давайте посмотрим еще, да, на этих неподружек, что там происходит. Ну, да, вы сейчас в силе, прямо семерочка жезлов, вы на самом верху. И есть вот эта ситуация, вы в какой-то своем, да, своем мире, в своей нирване. И какие-то их удары, уколы какие-то их, они как-то особо до вас и не долетают. Но здесь могут быть какие-то разговорчики, да, то есть здесь может быть и несколько людей, какие-то разговорчики могут быть. Ну что, да, здесь может быть как-то оно на почве какой-то ревности, да, вот образовалась вот эта недружба, скажем так. Она образовалась на каком-то... на какой-то ревности, что-то касаемо мужчин. Потому что вот идут какие-то обсуждения, что какой-то мужчина о вас очень много думает. Очень много думает и мечтает. И не просто мужчина, а прямо император. То есть это может быть человек, который достаточно так себя уверенно чувствует. И если мы рассматриваем ситуацию, возможно, это где-то в пространстве вашей учебы, работы, да, вот это какая-то непосредственно ваша социальная роль, да, здесь идет момент, что вы нравитесь прямо мощным и сильным мужчинам. Где-то это задевает. Возможно, где-то дорожку кому-то и перешли, да. То есть кому-то вы прямо мешаете, да. Потому что я вижу, что вы нравитесь мужчинам. И есть такой момент, знаете, не просто каким-то там пажам, а прямо императором. То есть какому-то козырному мужчине вы нравитесь. И, в общем, ведете себя очень так шикарно в окружении мужчин, и они вас уважают, и я вижу, что очень даже так, знаете, прислушиваются к вам. Вот здесь такой момент. И постарше, и помладше, я вижу, что к вам очень хорошо относятся мужчины. Давайте посмотрим. Ваши подружки. Что думают и что говорят ваши подружки? Что думают и что говорят? Ой, я вижу, что, возможно, вы какое-то определенное время, ну, вот уже очень долго дружите. Вы человек, который, знаете, открыт к общению с новыми людьми, но и о хороших, старых, да, вы тоже не забываете. Потому что здесь идет момент, что я ее знаю 100 лет, да. Вот я знаю ее очень долго. То есть, возможно, это какой-то человек, с которым вы непосредственно находитесь и поддерживаете дружеские общения. Или же... это человек, который просто к вам очень хорошо относится. Но здесь явно идет ситуация, старший аркан солнца, что о вас думают и что говорят. Я вам скажу, что здесь, конечно, проходит ситуация, что в какой-то критичный момент вы всегда рядом. Вы всегда как бы приходите на помощь. И, возможно, эта ситуация была, ну, вот несколько лет назад, а человек прямо о вас очень хорошего мнения. Да, и вы можете каких-то прямо очень тесных дружеских отношений не поддерживать, но человек прямо... видит вас вот этим солнцем, да, человеком, который может решить все. Но по сути, ваши подруги сейчас, вот как знаю ее, да, и все. Знаю и все. Вообще-то я вам скажу, что вас видят человеком, который может показать ситуацию с другой стороны, да, как перевернуть все вверх тормашками и найти таки истину, найти таки правду. Но такая очень прозорливая, да, умеете осветить все, И как-то вот без какого-то лишнего пуха увидеть ситуацию правильно. Где-то, возможно, вас считают даже критиканкой, да, то, что вы критикуете все, вы как бы желаете быть готовой к любому развитию событий. И пусть оно сложится лучшим образом, да, но я вот буду готова к какому-то варианту не ахти. То есть вы очень где-то придерживаетесь реализма максимально, да, и... когда ваши подруги улетают в розовые облака, вы все-таки держите их, знаете, как вот этот воздушный шарик за ниточку, да, чтобы она все-таки держалась с земли, где-то приземляете, да, приводите в реальную жизнь. Потому что очень часто, когда вот уже улетаешь в эти розовые облака, потом очень больно падать на землю, да. И здесь, конечно, вот такой человек-реалист, который, в принципе, может тебя вовремя привести в сознание, очень полезен в дружбе.
Ну что я вам скажу, конечно, старший аркан Солнца, вы человек доверенный. Это лучший аркан из колоды. Это говорит о том, что ваши подруги, я, конечно, не скажу, что их много, это прямо какие-то люди, которые, знаете, как хоть на витрину, как сказать, это как какая-то ценность, знаете, как вот эти статуэточки Оскара, да? То есть это очень мало, но это прямо такая большая ценность в жизни. Друзья, подруги хорошие. Я вижу, что прямо видят вас человека мирового, да, вот лучший из колоды, лучший человек. И, возможно, знаете, как проверенный временем лучший человек. Вот так вот. Очень хорошего мнения о вас, ваши подружки. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Давайте посмотрим, что о вас думают, что говорят мужчины. Ох ты, императрица, девочки. Ну, в этой женщине есть все. И стиль, и шарм, и какая-то вот своенравность, да, углубление сама в себя. Ну, классная женщина, да, императрица, выше всяких похвал. Мне сразу шло, что вот мужчины прямо, ну, очень хорошего мнения о вас. Возможно, они вас видят немножечко колкой, немножечко холодноватой, немножечко такой женщиной на высоте, на троне, но женщина, правда, крутая, ну, вот классная. Более того, очень эффектная, очень модная. Вы знаете, у вас, возможно, своя мода, да, свое видение, как что модно и что красиво, но вас прямо видят очень эффектной женщиной. Ух ты! Да, и вот смотрите, да, какая ситуация. Императрица и звезда. Женщина, которая на высоте, которая, да, своей внешности очень привлекает. Вы действительно прекрасно себя умеете подать. Подать все свои качества, да, все свои нюансы фигуры. Но я вижу, что вы очень так стильная прямо, да, модная. Вы умеете подобрать одежду, вы умеете выглядеть шикарно, роскошно. В любом случае, я бы сказала, что прямо, ну, женственная. Много в этой женщине есть, много у нее есть. И чтобы стать для нее интересным, ну, здесь нужно тянуться к этой звездочке. Ну, вы знаете, да, все-таки старший аркан звезда показывает вот этот момент, что многие смотрят на вашу внешность, возможно, где-то упуская, что вам, возможно, на этой высоте и страшно, и больно, и обидно, да, и какие-то у вас есть свои внутренние переживания. Они видят только картинку, только вот такую прекрасную, сияющую эквилибристку, да, сияющую женщину, которая, возможно, очень где-то и устала. Устала быть вот в таком гордом, холодном одиночестве. Но здесь я скажу, что да, здесь я вижу, что, возможно, многие для себя понимают, что вы женщина прямо высокого полета. Красивая женщина, шикарная, да, для такой женщины нужно все самое лучшее, все самое крутое. Ну, здесь, конечно, вышла еще ситуация, что некий мужчина желает проявиться к вам, желает вас куда-то пригласить. И я вам скажу, что эта ситуация в ближайший месяц, да, она прямо вот прояснится. То есть я вижу, что в вашем окружении есть некий мужчина, который желает вот не то что проявиться, просто там поздороваться, поулыбаться, как-то с вами поговорить. Здесь человек хочет вас пригласить на свидание. И вот каждый раз, когда он вас видит, он прямо, ну, думает об этом. И я вам скажу, что вот на протяжении месяца вот это некое приглашение, оно будет. Давайте посмотрим еще, что думают, что говорят мужчины о вас. Ну, вы знаете, да, женщина в выборе. Вот опять вышла верховная жрица. У вас явно есть способности, явно люди это замечают. Даже, возможно, если вы привыкли к своему такому состоянию, да, что вы как-то немножечко знаете наперед, немножечко можете предугадать ситуацию. Здесь люди отмечают, что вы девушка прямо такая особенная, да, соблазнительная, да, притягивающая, да, возможно, сейчас на выборе, как на острие ножа. И очень где-то интересно, что нужно такой женщине, как вы, что ищет такая женщина, как вы, что думает, что говорят мужчины о вас. Вот я вижу, что кто-то прямо шанса желает, да. Вот прямо, ну, девочки, я вам скажу, что желание как-то, ну, вот знаете, открыть глаза.
открыть глаза, стать для вас заметным. То есть я вижу, что здесь прямо кто-то желает проявиться. Вообще мужчины в общем, да, но выйдет вас такую женщину, очень интригующую. Вообще такими сильными старшими арканами вы вышли и непосредственно женскими. У вас очень много женской энергии, очень притягательная, интересная. И вы знаете, что с вами как-то вот интересно даже мужчинам и помоложе. То есть они находят для себя какие-то вот тонкости, да, шарм ваш. Он очень так притягивает, очень притягивает. И здесь я, конечно, вижу, что здесь, знаете, тот, кто сейчас, возможно, ну, здесь прямо как кто-то открыться хочет. Кто-то хочет открыться. Ну, давайте посмотрим еще. Обаятельная очень, прямо королева кубков. Обаятельная очень женщина. Есть какая-то, знаете, и какой-то и азарт, и интерес. И такая вы прямо умеете скружить голову. Ну, тяжеловато вас добиться. Я вижу, что, ну, прямо, девочки, у вас явно есть какой-то поклонник. Человек, который вот прямо, знаете, будет подбирать меру. Здесь кто-то у вас прямо проявится. Явно идет такая ситуация. И что, в общем, думает мужчина, что такую красавицу, да, не просто, знаете, завоевать, удержать. Да, нужно удержать. А это работа, это некая работа над собой. Сильное, знаете, вот сильное притяжение к вам. Вот здесь какой момент. Интересная очень женщина. Я вам скажу, что здесь, конечно, идет ситуация, что да, у нас сразу вышло, что у вас там будут явно перемены по личной жизни. Но здесь и кто-то еще из вашего окружения прямо вот желает вас куда-то пригласить. И это прямо такое, ну, человек уже, если сделает первый шаг, он будет стремиться к тому, чтобы с вами создать пару. Это человек из вашего окружения. Возможно, знаете, вы как-то сейчас как-то косвенно с этим человеком встречаетесь, очень редко, но ваши встречи, они будут учащаться, да, они будут какими-то... И как-то вы один на один с этим человеком прямо будете оставаться. То есть у вас будет возможность поговорить по душам. Здесь человек будет подбирать меру, будет искать путь к вашему сердцу. Вообще-то я вижу, что, ну, здесь вообще, ну, не сказать вообще. То есть здесь очень классное впечатление о вас. Очень классные. Мужчины прямо действительно отмечают, что вы очень интересная женщина. Вы знаете, да, возможно, колкая. Вот есть вот этот момент, что вы, возможно, где-то оголяете, знаете, какие-то... Но мужчина сразу начинает понимать, да, что он, возможно, где-то не прав. Что он, возможно, где-то излишне самоуверен. И потому вы прямо умеете присадить даже очень таких, знаете, нагловатых мужчин, присадить и указать им место. Вот так вот. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Разговорчики за спиной, да? Кто там завидует, что там происходит. Ой, девочки, конечно, как без этого? Ну что ж, из негатива, да, кто там судачит, кто там... К чему-то вот прошла вот ситуация некого рыцаря кубка, то есть мужчину, у которого чувства к вам есть. Который на сегодняшний день не управляет ситуацией, и очень вероятно, что он упустил свой шанс, потому что вот по четверочке кубков, как бы, я ей не нужен, понимаете? Я ей не нужен, и это его бесит, и это его раздражает. Это может быть ситуация из каких-то ваших предыдущих отношений. Возможно, мужчина из окружения, который очень где-то, знаете, король с короной, скажем так. Но как-то он, ну, никак в ваш интерес не вписывается. И как-то вот его бесит это. Вы его прямо, знаете, выводите из себя, что он весь такой классный, всем нравится, а вам как-то вот не подошло. А вам что-то, вас что-то не устраивает. И как-то я вижу, что, ну, вот человек сильно недоволен тем, что вы каких-то шансов не даете, что вы не входите в какую-то игру, интригу, какой-то флирт с ним, да, что вы как-то вот вообще не реагируете на него. Очень может быть, что это человек, ну, вот из вашего прямо непосредственного окружения, ну, вот тех каких-то шагов, а они какие-то неуправляемые, то есть этот человек действительно теряет где-то свое логическое мышление, и действует на каком-то порыве чувств, да, а вас как-то это не устраивает. Возможно, вы видите
какого-то несерьезным этого мужчину, или шаги его какие-то инфантильные, да, а это не совсем то, что вам нравится. Мужчина бесится, да, он злится здесь. Ну, давайте посмотрим еще, какой есть негатив. И он, знаете, хотел бы каким-либо образом вас развенчать, да, вот как бы она такая, как все, она ничего особенного в ней нет, но он как бы сам себе лжет здесь, потому что вы действительно очень классная женщина, и здесь есть и на что посмотреть, и чем полюбоваться, и вообще, да, ну что ж, говорят еще, давайте посмотрим, ой, кто-то прямо сплетни какие-то пошли уже, пошли какие-то придуманные истории. Придуманные истории пошли, да, что-то вот. Ну, я вам скажу так, тот, кто вот эти придуманные истории разносит, вот по справедливости получит обраточку. Бумеранг будет ловить зубами, очень даже ему придется нелегко. Тот, с кем он судачит, да, это могут быть женщины, это может быть какая-то смешанная ситуация, но тем не менее, разговоры о вас есть, но там какая-то ситуация, каждый один другому подножку ставит. То есть сказать, что там друзья или там какие-то, знаете, там так себе людишки. И я вижу, что, во-первых, откроется вот эта ситуация, что о вас говорят, кто о вас говорит. Во-вторых, еще и по заслугам получат, по справедливости. Но я вам скажу, что здесь прямо идет какая-то вот, во-первых, какое-то, знаете, как не хватает информации, люди начинают придумывать. И, возможно, вот эти придумки, они касаются вашей личной жизни. Вот очень как-то вот интересно, что там в вашей личной жизни. Кто вас подвозил, кто на вас смотрел, кто с вами говорил. Вот почему-то вот прямо это в пике, да, это в тренде. Вот об этом поговорить. И что же там за мужчина? И прямо, знаете, как акуле в пасть готове заглянуть, чтобы что-то о вас узнать. Очень уж вы интересная личность. Ну и разговорчики какие-то есть. Вы знаете, вот какие-то сплетни, которые не особо лепятся, но они есть. Сплетни эти касаются вашей личной жизни. Почему-то, вы знаете, я бы здесь даже сказала, что это в вашу пользу. Потому что здесь идет такой разговор. Она не может быть одна. К ней по-любому кто-то, у нее кто-то есть, кто-то к ней заезжает. А там еще такой мужчина, что ого-го-го-го, да? Она просто вот не признается. Она не признается. Но там такой мужчина, такой козырный, такой классный, да, там ухлестывает за ней. То есть здесь вот такие какие-то разговоры. Но здесь я вижу, что... Знаете, люди такие, они как бы сегодня против вас, а завтра против друг друга будут. То есть там какого-то ладу между ними нет. Сказать, что это сплетни какие-то вот прямо негативные, нет. Как бы не к кому прицепить вас, понимаете? То есть чтобы какой-то грязи набросать, вот это ж надо иметь какую-то, да, какую-то правду, за что-то нужно зацепиться, чтобы на эту правду лжи набросать. А здесь как бы не за что уцепиться, да? Ну вот такие вот разговоры идут. Ну, и по вашей внешности, по вашим какому-то, каким-то вашим штучкам женским, да, туфелькам, сумочкам, украшениям, вот здесь какие-то вот такие разговоры идут, прямо по мелочам, знаете, по миллиметру разбирают. Ну, давайте посмотрим еще. Ну, вот сказать прямо, что вот это что-то такое прям негативное, ну, вот я бы не сказала, это какие, знаете, просто обсуждения, просто разговоры. И где-то даже очень, знаете, в этом всем вы выглядите модной, классной, интересной, желанной женщиной. То есть вас видят такой, и уже вокруг вас, знаете, создают определенные торнадо каких-то разговоров. Ну, давайте посмотрим еще, что там за сплетни ходят вокруг вас. Сплетни, десятка кубков вышла. Вы знаете, это еще впереди. Это все-таки карта будущего. То ли еще будет. Вы знаете, здесь будет какая-то ситуация, очень хорошие события по вашей личной жизни. И вот тогда им будет о чем поговорить. И вот тогда они там что-то будут придумывать. И у вас будет новое знакомство, новый интересный мужчина, который будет вас везде сопровождать. И вокруг вас будут бушевать разговоры, да, по поводу вот этого мужчины и всей этой истории. То есть то ли еще будет. Разговоры будут всегда. Но я вам скажу, что здесь очень какая-то даже... Интересная энергия. Вот сказать, что она негативная, нет.
она какая-то, знаете, заинтересованная. Много интереса вокруг вас. Много каких-то, знаете, вопросов вокруг вас. И очень уж ваша жизнь людей интересует. Ну, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим. Люди из вашего окружения, что думают и что говорят о вас. Что думают и что говорят о вас. Угу. Что думают и что говорят. Какая-то, я вижу, что прямо рабочая, что-то по работе, какие-то разные векторы направления. То есть там каждый о своем, да. То есть ваше окружение, возможно, вот вы живете, ходите на работу, совсем другое окружение. Вот здесь все-таки идет момент, разные векторы направления. Вам их не понять никогда. Вот здесь такой момент. Вам их не понять. Вам не понять вот этих их разговоров, столько времени они на это тратят. И вам не понять вот этого углубленного интереса ковыряться в чужой жизни. Вам особо и с этими людьми, возможно, и говорить не о чем. Это очень может быть какие-то ваши соседки, да, которые все время где-то в каком-то контакте, где-то на какой-то лавочке, да, и все время они о ком-то говорят. И здесь есть момент, что мое время какое-то дорогое, да, у нас разные направления жизни, и мне их не понять, а им меня не понять. Здесь такая вот ситуация. Вообще-то, что касаемо, вот, да, здесь как бы идет такой момент, вышла карта работы, и здесь идет момент, вы человек очень где-то вот в конкурентной борьбе, у вас по работе там будет какая-то вот хорошая ситуация очень. Ваше окружение, что думают и что говорят? Девочки, ну я вижу, прямо у вас будут отношения. Прямо вот двоечка кубков вам выпадает. Я как карта, как, знаете, как тебе высшие силы ведут мужчину. Я бы здесь даже отметила вот тот момент, что ищет, чего ищет. Стольким мужчинам сердце разбивает, всем отказывает, да? Вот ищет настоящую любовь. И я вам скажу, что у вас очень хорошего мнения. Да, очень хорошего мнения о вас. Такая стабильная, очень эффектная. Хорошо выглядите вообще, да. Что касаемо и вашей фигуры, и ваше лицо, прическа. Вы всегда как-то вот прямо на высоте. В стабильности какой-то, вот в таком, знаете, определенном ресурсе прямо женщина. Что о вас думают окружающие? Человек, который вот не разменивается на какие-то мелочи, который вот самые лучшие, да, берет от жизни самые лучшие. Но вообще-то я вам скажу, что да, вас отмечают такой острой, острой женщиной, которая не потерпит, да, какого-то вот, какого-то пренебрежения, да, очень гордая такая вот прямо женщина. Интересно. И вот эта карта, знаете, на дне, она очень как-то вот ассоциируется с вами. То есть, да, тихо, мирно, шикарная, роскошная, да, такая вот интересная женщина. И есть за спиной какие-то свои, да, дороги, пути, какие-то свои истории. И такая вот какая-то тишина, да, вот, возможно, да, когда вы приближаетесь, вот эти ваши соседки, они как-то замолкают, какая-то вот тишина, когда вы рядом проходите. И вот здесь идет ситуация, что да, вы можете вырвать перья, вот смотрите, да, вот мне какая-то информация здесь еще шла, что вы как-то тихо, мирно, особо ни с кем не конфликтируете, но здесь прямо идет ситуация, что вы можете вырвать перья, и то, что вы белая и пушистая, еще ни о чем не говорит, это человек, который постоит за свое, то есть здесь у вас, о вас очень даже хорошо, знаете, так ярко видят такой, какая вы есть. И никакого-то, знаете, там, ну, скажем так, недооценивания здесь я не вижу. То есть, да, здесь женщина, которая вот сама хороша, да, и очень такая даже и в характере. Хорошо, давайте спросим. Первое впечатление о вас, когда люди вас первый раз видят. Первое впечатление. Очень яркое впечатление на мужчин. И действительно, прямо интерес есть, есть ли у вас партнер, есть ли у вас мужчина, да, в ваших мыслях, в вашем сердце. То есть сразу здесь вышел старший аркан влюбленные. Здесь очень так интересует мужчин в общем, да. Интересует мужчин в общем, что в вашей жизни происходит. Что происходит в вашей жизни.
яркое впечатление на мужчин, желание как-то поговорить с вами, пообщаться. Интересная очень девушка. Итак, люди, с которыми вы вместе пересекаетесь достаточно часто, как вас воспринимают? Девочки, очень эффектная, очень такая элегантная, интересная женщина, которая как-то вот, да, и держит какие-то определенные рамки. То есть она не позволяет большего, не лезет в чужую жизнь, в свою жизнь особо никого не впускает. Очень мило, очень красиво выглядит, но и вместе с тем полна каких-то неожиданностей. Моментально может обрезать, моментально может отшить. И да, хотелось бы чего-то большего, но не каждому дано, не каждому дано. Очень классное вообще впечатление. А вот на женщин, случайных, на женщин, какое производите впечатление на женщин? О, ну вот смотрите, да, вот идет момент, угроза сразу, сразу угроза. Угроза, потому что нравитесь мужчинам. Вот такая вот реакция женщин. Вот так вот, ну что ж, давайте будем смотреть дальше. И посмотрим. Посмотрим. Что скрытое станет явным. Ух ты, император. Будет вам что-то предлагать, девочки. То есть, да, здесь у нас вышла ситуация, что к вам кто-то проявится из вашего окружения. Но и здесь у нас выходило новое знакомство. Я вот вам скажу, что однозначно внимание от мужчин будет. И даже больше, чем вы предполагаете сейчас. И возможно, вот этот момент то пусто, то густо, это вот именно ваша история. Здесь я вижу, конечно, вам идет некое очень интересное ухаживание от мужчины, от настоящего императора. Очень вам подстать мужчина. И здесь, конечно, вам по королеве мечей решать, нужна ли вам эта история, да, принять или отсечь. А вы очень даже с мечом напоготове, да, и здесь не побалуешь. Но я вижу, что к вам будет проявляться некий император, который, возможно, сейчас или втайне держит свои чувства, или же вот как новое знакомство может прийти в ваше пространство. По десяточке жезлов я вам скажу, что этот человек будет действовать очень правильно и очень целеустремленным, и никак не бросит свою затею, да, вот на некое развитие с вами. Давайте посмотрим еще, что скрытое станет явным. Что скрытое станет явным. Тут жезлов однозначно будут действия. Но здесь, конечно, карта ярко нам показала, что человек-то вас уже где-то и подметил, где-то заприметил. Возможно, вы не так часто с ним видитесь, не так часто с ним сталкиваетесь. Но я вижу, что вас прямо заприметил некий император и хочет вам что-то предложить. И здесь у нас выходило, кто-то хочет вас пригласить куда-то. Давайте посмотрим еще. Да. Давайте посмотрим. Ой, да, действия направлены на четверочку жезлов. Действия направлены на отношения. Здесь, девочки, ну, смотрите, перемены в личной жизни прямо-таки стучатся в вашу жизнь. Итак, давайте посмотрим дальше. Приятная неожиданность от вашего окружения. Ух ты! Приятная неожиданность. Ну, вот смотрите, я, конечно, вижу, что вы как будете кого-то удивлять. Очень возможно, что непосредственно мужчин будете удивлять. Приятная неожиданность. Как-то вас будут прямо хвалить. Будут вас хвалить, что вы, знаете, как хозяюшка прямо молодец. И как вообще, как белая кошечка, очень хорошо справляетесь. Прямо как звездочка, да? То есть солировать будете. Девочки, здесь, конечно, будет однозначно внимание. Внимание в вашу сторону. Очень может быть какое-то мероприятие интересное, где вы будете приглашены, будете блистать. И действительно будете очень красиво выглядеть. И более того, я вижу, что где-то вот прямо как вас хвалить будут. То есть вас будут хвалить за вашу работу, за вашу какую-то, за ваши способности, ваши таланты. Здесь ждите похвалы, возможно, неожиданные. Возможно, вы не особо и ждете этой похвалы. Но это будет не просто похвала, это будет похвала от классного какого-то мужчины, который для себя отметит, что а вы-то не просто красотка, а вы-то не просто белая кошечка, а вы еще и хозяюшка. И все у вас есть для счастья, для того, чтобы в жизнь счастье принести. Я вижу, что да, за вас будут буквально, знаете, здесь сражаться мужчины. Очень может быть, что вы окажетесь в таком неком треугольнике, да, когда два мужчины будут как-то стараться привлечь ваше внимание, наладить с вами общение.
чем-то вам угодить, да, перед вами лучшим образом себя проявить. Ну и я вижу, что кто-то прямо непосредственно выйдет вперед и станет вашим победителем. Но я вам скажу, что да, здесь прямо идет ситуация, некий мужчина прямо, знаете, в общении с вами придет в полный восторг. Придет в полный восторг, потому что у вас очень много качеств желанных, которые этот человек хотел бы видеть в своей спутнице. И здесь, конечно, я вижу, что ему придется немножечко и посражаться, и будут у него конкуренты, но все же, зависит, конечно, от вас, но внимание от интересного мужчины точно будет. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, я буду очень-очень рада. Счастья, радости, любви, смелого и благородного человека в вашу жизнь. Всего вам самого лучшего и до новых встреч!